Война в Сирии не помешала студентам учиться и совершать научные открытия. В университете Алеппо разработали уникального робота, который способен находить металлы на глубине 25 метров. Мало того, андроид, который больше напоминает игрушечную машинку на радиоуправлении, может даже определить химический состав находки. Но управлять роботом можно прямо с планшета или мобильного телефона. Скорее всего, в будущем он пригодится саперам и археологам. Автор этой разработки – студент 4 курса Есин Насар. Он признался, что, несмотря на поддержку преподавателей, учиться под огнем радикалов было непросто, и он создал это чудо техники скорее не благодаря, а вопреки. Все годы учебы я слышал взрывы. Боевики постоянно нас обстреливали. Иногда нам запрещали приезжать на занятия, чтобы не рисковать. Террористы хотели, чтобы мы не учились и не развивались. Но я все равно постоянно занимался. Моя мечта — разработать что-нибудь суперинновационное и прославить Сирию на весь мир. В соседней аудитории занимаются биологи. Там проходит лекция по вирусологии. На интерактивной доске портрет нашего соотечественника Дмитрия Ивановского, основоположника этой сложнейшей науки. Вот, казалось бы, какие могут быть исследования в условиях террора, осады, голода, отсутствия воды и света? Оказывается, могут. Студенты биофака университета Алеппо не только успешно занимаются, но и совершают открытия. Например, один из учащихся нашел способ отказаться от пестицидов при обработке полей. Есть более надежный и безопасный способ избавиться от вредителей, и это плесень. Мы исследовали умерших насекомых и обнаружили на них следы этого грибка. Оказалось, что возможен эффективный симбиоз этой плесени с растениями, когда она защищает носителя от всяких паразитов. При этом главное ноу-хау моей разработки в том, что этот грибок абсолютно безвреден. Это чистая органика. Никаких последствий для человека, использующего такие растения, не будет. Университет Алеппо – один из крупнейших вузов Ближнего Востока. До войны в нем обучались около 60 тысяч студентов. И даже сейчас, в условиях войны, это число достигает нескольких десятков тысяч. Молодые люди получали знания, несмотря на неподъемные цены на жилье и периодическое отсутствие еды и даже воды, не говоря уже об обстрелах. Теперь, когда линия фронта отошла от города на много километров, вуз может наконец вернуться к нормальному учебному процессу.